Может кто скрафтить на эти, на штаны, на заплатку? Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Тебе 75 сил атаки и крит удара? Ну, либо такую, либо БКшную. Реги нужны. Да, Рега с собой нет. Кто разобрал Рёва? Стыди, сколько трупов, ебать. Это мы. Это мы. Мне, блядь, стыдно перед пугами, что мы так первый раз хуёво проходим. Ща, Локал, я найду тебя зеленый дюйм. Так, казалось бы, 5 друидов в рейде. 5 вихрей, это такой контроль мощный, это пиздец. Да, не нет смысла всех на контроле сойти, а дамаж некому будет. Поэтому я необходимый минимум сажу, но на станке умирают, это все. Так, ладно. Рок. ДК. Все говно. То же самое на ДК, войд. Войд, блядь, все. Подала. Кто там? Миби, Миби, ты контролишь вара. Заезжаем в мага. Потом ханта. Потом лока. Контролем, ну, локал ты на дереве. Тут. Хожу во сне, ты ханта. А, ты по контролю чернокнижника хожу во сне. Так. Шаман этот. Монки по контролю шамана. Валера, ты тут? Да, да, да. По контролю жреца. И Войд. А, блять, там еще пал. Ну ладно. Войд, да, Войд покидаешь жабку, основную цель в мага. Паладина по контролю Аркрайт. Аркрайт покидаешь ему корни и ветер. Хорошо, отлично. Ну и все, в принципе. Че, может мы поменяемся, танки справа зайдут? Ну, так-то почти все милишники справа, ну просто. Почему у тебя те, которые контролятся справа, стоят, остальные левее? Как скажешь. Их так и так контролят просто. Порог сложно увести будет, он прыгнет сюда. Все, ты его не увидишь никогда. Так, ладно. Что, паладин далеко стоит. Перепейте бафы около там меньше 5 минут, потому что они вот-вот кончатся. Там грудак намажьте. Проверяю на ФК. Ну, кого заканчивается перепеть? Даю отчеты, поехали. Также притягиваем. Это хуйня. 5, 4, 3. Перепейте на стой, Луминара, Миби, Хитровай. Так точно. Притягиваем. Все, поехали, Геро. Бля, он тут вообще один, просто пиздите ногами. Поле, ну, там... съешь пэта, максимально долго держись. Бля, ну, чё бежу? Ничего страшного там. Осторожненько подвигаем. Полипалось, и чё бабл? Бабл, ну бабл. Всех сагрили. Ну, мы чуть-чуть себя оттянули. Нормально. Контрольте свои цели. Вот бегут, Шокол, например, бежит. Шокол просто бежит бить ногами, ну контрольте его. Отлично, массовыми не бейте. У нас Фир, Кать, забеги, дай кучу. Дала. Забивай, он минус всех раскинул. Убиваем, ладно. Где он? О, ебать, ебаный телепорт. Валер, по диспелю ставь? Все время. Диспелю, диспелю. Отлично. Добиваем мага, потом в крест заехали. На поле беги нахуй. Потом в крест. Вон, он сейчас притянул. Войд, беги, не останавливайся. Крест, крест притянул сразу же. Бля, уже все, вроде все, тебя отстали. Прожиматься не забывайте. Катя, по КД, эфир, Локи тоже. С вашу цель убили, которого контроль. Контрольте любую другую, хуже не будет. Если от КД шлась, оттянешь бы. Сейчас оттяну, видите, ага. Я спрятался. Сильнее выиграть в компа, что-то очень медленно убивает. Если у есть станы, паладин, вкидывайте в каст. Сейчас оттяну еще раз. Ты видел, блядь?
Я это прохиливаю. Пиздец. Подаван, подумай. Стан есть, пал, да? Че, на кого ни рогов, ни палов не было, ну че? У меня раги не было, накинь. Станы? Да, но я не верю, что ни у кого нет ни одного человека стан. Сейчас притяну обратно. Подаван упал. Ну, Энима поконтролишь этого ДК. Найди его. Отвлеки сейчас. Нашел он. Жабка, 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 диспол, жабку. Я не могу. Еще Войда принимать. Убивайте крест и врон. Ну, тебе легче будет. Ну, да. Вот здесь поле будет, ты с меня жабку, я бы тебя прокилил. Да, да, он мне не показывает, что на тебе жабка. Дай БР, Войда. Спасибо. Каст. Кенс, тебя играют. Побегай. Массовыми не бьем. Еще раз. На ману есть что-то? Тотем сейчас поставлю, да. Буквально. Да. А, тотем, окей. И нра Войда дайте, блядь. Мать, ну, тьма. Нечем хилить. Ебучий вар, нахуй. Сейчас сыграем. Я же ебучий. Давайте, нахуй, Мидрика в Шокола сыграем. Потом сейчас поехали в Шокола, он справа от нас. Поконтролят нормально. Очень страшно побегать. Ты спаришь, когда остановить цель? Не могу, вообще никак, не останавливаюсь, кастую. На тебе-то. Да я диспелю, диспелю, мана кончила, ща. Тучку? Да сейчас, она тоже в КД. Блять, ебучий паладин. Если у вас в ротации есть массовые, можете бить массовые. Стан, диспельтесь, диспельте, спасибо. Фиры, Кать, не забывайте, локи. Угу. КД пока. А, вот тебе ману выжигает, вижу. А. Кто его контролил, больше не контролил. Ой, меня кто-то. Ничего. Паладин меня. Сучка. Я синдру скинь, БР. В ладу. О, у тебя есть. Первая пати. Все, тебе спасибо, 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 спасибо. Кать, нужно все диспельнишь, Кать? Угу, сейчас паралич пройдет. Все, тогда уже поздно. Меня сразу паралич кинули. Владюха, ускорзанец есть, жми. КД, я могу ваниш нажать. И выйти из устава. Приемлемо. Осуждаю. Все, я ваниш нажал. Катя? Выхожу. Да, да, да. Было сильно. Блять, другой рок отвалил. Бог нажал, бабл, можно? Он опять на мне. Можно. Кай ты тогда? Кай чё? Потом в Тирия заедем. Заебись, когда в тебя не играют, сука. Бегаешь, блядь. Хуйню делаешь. Её знает, тебя бьёт. Что такое играть? Я на ДК, я не знаю. Не так, как с пула, блядь. Я хоть косты позбивал, блядь. Кого сейчас бьёте в череп, да? Раньше так танки не развалились. Не знаю, почему сейчас такая проблема, что вас там разъебало вообще просто. Вообще. Все трое. Тушки в щи. Прочитать это заклинание.
Ну, мы в углу зажали. Этот саму смотрит на меня, блядь. Видать, трансмут мой смотрит, блядь. Ну, к нам уже следующий подошли. Ебать, отпиздил. Жена сломалась, она с телевизором разговаривает. Лол. Лик смерти, меня лок койл кинул. В жабу шамана превратил, короче. Хуяся, даже мана начала просаживаться. Ну, Шопена разжигает. Наверное, да, но и стараюсь кикать косты. Там свой человек. О, Войду выжили. Кать, не спай. Там кош. Я понял, понял. Это я вижу. Ну там можно точно только с него кушать. Потому что у тебя мана слишком много сжигает. Большой диспай. Жрецу сейчас дам жабку. Девять секунд тишины и спокойствия. Так, шо, поехали, Вантара. О, Войду опять ману выжили. Да у меня фул. Да. Ну, минус выжили, то есть прибавилось. О, ему с глаз сбил. Чё, сука, давай раз на раз, блядь. Смотри, я его ебашу. Промо. Погнали. Погнали. Давай разъебывать его. Вы серьезно? Стой, сукин сын. Моя жабка пошла. Сейчас у меня потом еще будет. Да, это сейчас диминишинговый будет. Да заебал ты, блядь. Я следующий сбиваю. Угу. А, промах, блядь. Лол. А на сову не канает, а че похуй. Смотри, как съебывает, да, охуеть? Да, я что-то тоже потратил. В том шамана едем. Да, блядь. Ты у них игрушку забрал. Да, специально. Вокал пусть поиграется, обойдётесь. Давай друида пиздец. Погнали. Новую игрушку нашли. Бей, полено. Бей бывшую. Ха-ха-ха. Как фури, зачарьте себя на пушку. Какое нахуй изгнание? О, по сути, винфурит. Погнали. Тоже слил. Раз. Ну чё, прокнет Винфури? Чё? О, ты... прокнуло, ебать, наебашил. Правда, промах вылет. Бывшую добил. Не, это мини-бывшая. Какой бойцы кухонные, а? А что за хуйня висит? Она решила себя похилить. Насчет бойцов кухон. Это ты сейчас с кухни говоришь? Катюха выгнала, да? Ну. Ты сидишь на своем месте и наблюдаешь за всей дверью. Он сказал, выбирай кот, или я, и она выбрала кота. Ну кошку. Да похуй. Живой. Вау, одна кольчуга. О, дайте штаны мне ту.
Богом прошу. Больше тут некому их забирать. Че, реально? Да, сука, у меня даже камни есть. Лера, скинем. А, да, да, я скидываю. Есть. Бля, подождите нахуй, подождите, не ролите, нахуй вы ролите. Не, неправильно. Это будет вторая попытка. Первый. Там саддон не показывает. Холмобот, есть у кого починиться? Есть мамонт. А папонт? Да? Если есть мамонт, значит есть папонт. Ты посмотри мои штаны, блядь. А где я хожу во сне вообще? У меня нет его. Выкинул, по-моему, нет. Хожу, тебя выкидывал, потому что я тебя не вижу среди тех, кому можно отдать. Возьми себе, попробуем передать, не получится, Катя отдашь. Он срывать. Катя, дай мама. Она схитловая, только выкинула. Наручи, там что, ролл этот. Тебе не надо? Катя идет нет, на улицу нет. И ставит мамонт. На обспек там надо, что мамонт. Ставь, подаван. Говно с рейтингом РП, надо. На этот, на трансмог пора. Спасибо. Не, за что? На трансмог кого? Наручи? Да. Сильно, ну. От которых и заперчало. А тут только Войду отдавать, можешь не кидать. А что, тебе не надо? Нет, мне тошно. Так, подойди ко мне, я хожу во сне. Допускаю. Отойдите, берите тотемы с центра. Рыбу. Вой, твои тотемы. Стоит рыба. Что-то. Не, не могу. Луминара, подходи ко мне, черепу. Давашку продали, отлично. Холмобот стоит, если кому надо. Видите, да? Вот холмобот. Вот и схал, вот. Вот. Вот и слов. Мне похуй, я буду пилить. Baby don't hurt. Да давай, бля, ну поставим кого-нибудь. Нет. Ну ты пидрила. Я сейчас опять зайду на креста и покажу, как нахили тебя. У нас хитровая офнулся. Только сейчас заметил. Эх! Да блин, ты не минуту назад это сказал, ты чё, блин? Чё, у нас в одного танка, да? Да нет. Ну? Анхоли, спекайся назад. Ты реально в двух, что ли? А чё, зачем? Ну давай, ну ты затанишь одного? Не знаю, да, должен вообще, по идее. Ну тогда оставайся, Анхоли, я тебе верю. Спасибо. Ну смотри, ну, вайпнемся, в два будет. Если ещё кто-нибудь агро срывает, то танк минус кролл. Я скажу, когда вам бить, понятно? Не-не-не, это так не работает. Так после перебежки, да? Да. На следующем КД бить начнете. Чекоба, может, пойдет. Ну, выбор. У него есть выбор. Бля. У него есть выбор не идти. Чего? Да, хитровая. Отхитрый, вай-вай-вай. Видимо, шмотка не упала, решил вырубить. Подожди, у меня одна просьба до пула. Без флуда давайте, особенно так вот касается КО, который не в попад что-то говорит, и из-за этого не слышно РЛ. И остальных тоже касается. Завязывайте с этой херней. Если хотите общаться дальше, то ждите, пока закончится бой. Ох, что, буду молчать, ладно. Понятно. Так. Почему? А чё, кво больше всех говорит, что ли? Умный. Нет, просто во время пула, когда пул идёт, когда Жене нужно что-то говорить кому-то, иногда бывает, что, там, допустим, кто-то умер и начинает объяснять, я вот так-то умер, потом вот спор идёт, и ни хрена не слышно из-за этого. Просто, если умерли, потом можете после рейда объяснить, умерли. Почему умерли. Да. Мы умерли, блядь. И якут мне может. Чукча. Не чукча. Китаец. Метис. Метис. Папа, норка, мама, бобер. Метис.
Блядь, топ-5 самых используемых фраз Кати. Сык! Все, закончился топ, блядь. Еще хуй на палочке забыл. Ну, это ты редко говоришь, только пишешь. Это в пятом элементе было, я помню. Когда челики пришли, ты выкорбин дал, вот не а котлета на палочке. Пока. Пока. У нас есть на работе коллега, который вместо сука говорит сока. Дрожим постоянно. Смешно. Да. Может, твоя коллега в меня переселяется временно? Коллега. Коллега, да, то он. Моя коллега, она в тебе есть, она ни в кого не переселяется. Так самое забавное, когда заходит кто-нибудь, он ему сразу пошел нахуй. Когда-нибудь попадется на какого-нибудь начальника. Он возьмет. Путин президент зайдет, он пошел нахуй. Капец, третий спект походу делает, смотрите, он на себе. А как с этим третий спект с Нарисом? Ну, там же бежать надо в Ангору. Че, кого-то добираем там, да? Понятно, да. Хпала будет делать. Кого? Хпала, наверное, будет делать. Да, хули. Хули мусора. Я хули пала собирать не буду. Вахуши, народ не пишет. Че за хуйня? А похуй, блять, погнали 24 тела. Ну потом на Анубе будем охуевать. Да куда нам деваться? Лок? О, лока нашел, заебись, да? Кидайте тогда шкаф, ставьте один сзади. Не в рейде ставьте, мешаться будет. Идет. Вот он, настоящий ретри-паладин. Все для тимплея. Да. Ебус. Кого ебус? Зачем ебус? Да ебать, с помощью портала можно метку настакать, дизи. Так, чё, вроде нормальный, да? А, наручи не зачарены. Супер. Бля, это он меня пародирует. Ну, так все есть, да, в принципе, похуй. Правила муски. Да. Вау. Даже портяга есть. Выбора нет. Скоро обед. Я заебался в этом рейде. Бывает в жизни огорчение. Так что тут, какая тактика? Цепуху только тыкать, да? Да, да. Причем то в танка, то в себя, то в танка, то в себя. Ну, смотришь, по у кого здоровье падает. Погнали 24. Чел не понравился, он 3 не походу не пароль. Так, что, блядь, где там такого нет? Вы что, блядь, устояла же рыба, ну что? Войд, выпей на стой. А, что-то вздыхал, видать, на этих. Рыбу проебал. Все, съел, отлично. Даю время на пол. Не бейте, кроме напульщиков, никто. Скажу, когда можно бить. 5, 4, 3, 2, 1. Не ждем, стоим. Никто не бьет. Кто побьет, потом трени не паролит. Нет, не ролит. Да ебись. Стоим, ждем. Там встану. Ждем. Поехали. Ничего это за хуйня. Миби, кинь БР, пожалуйста. Дайвер. Дайвер, стой. Кать, чё? Это пиздец, просто туча сфер влетела. Ну хули, это хуй за хилит. У нас один человек хилит, но вы угораете, блядь? Да, потому что я сдох с пула. Я похилил танка, когда уже мобы встали, ты сказал, можно бить. И меня уебала Валька. Так ты больше всех нахилил. Вот именно, кстати. Ты мертвый был. Мертвый не хилят, а ты, походу, решил пойти это.
Нет, обратным путем. Потому что я встал и прожался, чтобы прохилить рейд. Отдал моменталку, прожал криты. Да, у нас с скиллами вообще сразу должен был догадаться, что все плохо. Что хилы прям обратно, если честно. Какой хила, блядь? Что? О, Миби о. Уходит. Давай. Я сам половлю сферы, да и все. Ох, я, кстати, Т4 там нахилила, пиздец. Ты, бля, я тренинку чё пороли? Вот как не ебуню сейчас, в две цели. Кто, бля, хантов нет, сука. Я могу зайти половить. Да, ты чё, тренёт, не хочешь? Мне не нужен выбор. Чё это? Ну, не нужен, вот. Писал, он не полезный, ну, то есть, не совсем профит для шумана. Не надо, не надо. Блять, кому другому сказать половить, я даже хуй знаю. РДДшера у нас. О, блядь, манклы, блядь. Метнери половишь сферы? Хорошо, ты же уже ловил. Понимаешь, у тебя хп там 25 тысяч, но будет лучше, если ты половишь. Хорошо? Рыбу. Если надо будет, скажу, кош прожмешь. Кушайте рыбу. Все равно ты в топ-5 не зайдешь, как можно не потеть. Вот, Нэри, ты слышал? Хотела бы. Что? У нас Миби что-то вышел. Ну, 23 пойдем, я не хочу искать. Ну, поехали, че. Хули нам, как говорится. Ну, Робин, сферу возьмите. Что? А, сферу погоди. Полови сферы. А, ок. Ловлю. Возьми противоположную. Может, мне что-то спекнуться, чтобы у меня два спинта было? Да не надо. Я буду тогда щитки иногда на мейта кидать. Все, взял противоположную. Нари. Взял, взял. Может, давай. У кого-то эрдру есть? У друидов. А вон стоит эрдру чтоб... у нас. Нет, чуть пятый хил я имею в виду. Чтоб сразу не обосраться. Блин, ну хуй тут пятый, все прохиливается. Пошел раз тоже тупили, пока я, блин, не спекал с хила. Вини анима у вас еды нет, вставили. Я не знаю, как вы пропускаете, как бы даю время. Дайте на пули. 4, 3, 2, 1. Ждем, не бьем. Ты подаван, когда вот так бежишь, ты не набираешь шагов. Ты можешь прыгать спиной и кидать лпхи. Ты хочешь, чтобы прибежал, у тебя была куча агра, а ты прибегаешь там с 20 тысячами. Поехали. Гимн не в КД, если что. Я знаю. Поменяли на темную. Намажем светлую, поставим череп. Кто не поменял? Ну вы чё? Пол рейда, блядь, не поменял. Вставай и хожу. Барет-то. Хоть дай гимн на хил и поперебегаем. Дала. Перебегаем. Освобожденный свет от чем даже попросить кого-то в КБР, потому что они прохиливают эту пачку. Реально хилит один хил, я хуй знаю. Баретта, дай Берлу Кулмену. Я урон отключился. Походу. Да, тут всегда такое. Я Сендру, дай Бер Аркайту. Аркайт, встанешь, дай хожу.
поменяли цвет на белый, я темный. Да, ты очень близко стоим к белой, ты поменяешь. Вливаем. Так, какой сейчас белый убрать надо, да? Просто пиздато. Сейчас подвели боссов у орк сфера. Видишь, мы ее взять не можем, эту сферу. Бежать надо. Давай перебежим. Прожмись, подавай. Немножко отводи их от сфер. Ничего не меняем, дамажем. Да, у меня все в ПД. Не могу. Захили. Они отхилились, да, сами? Вальки. Потому что не попали договор. Убили, вот отхилились. А, ну все. Куда? Ну не тот. Народ расслабился, можно ошибаться. Ничего не меняет. Геру когда давать? Или похуй уже? В смысле? Все будет 100 стаков, я скажу. Ну мне просто повесилось, ну да ладно. Ну у нас нет на ПДшника. Ты можешь немножко позадействие. Да. Такая маленькая пачка. У нас реально очень мало кило. Я посмотрю по килу, его мало влетает. Честно говоря. Я понимаю, что посаживается. Давай я спикну фила еще. Бекайся. Ну просто на этом боссе 7000 дать, я не знаю. Это, блядь, это невозможно, это очень мало. Минимум 12000 хпс должно быть. На самом деле минимум десятка тут должна быть. Да, блядь, какая десятка? Тут одну кнопку тыкаешь, блядь, у тебя уже десятка. Две тыкаешь, уже 15. Шуму в 10 хилов должны проходить. Тут уже все, без людей, которые ловят сферу, должны проходить. Уже позволяет гер. А кто спикнулся? Хожу во сне. Шаман, еще один массовый хил. О, ну получше будет. Но мы всегда в 4 проходили. Ну да, да я слабенький, блядь. Еще. Да, на втором месте. Слабенький. И то я на втором месте, блядь. У меня шмот хуёвый. Я не знаю, нормально у тебя шмот. Ну, шея говно, конечно, да. Ага. Проф нету нихуя. У Эрдру, видишь, у Эрдру знаешь, что нету? Вот этой хуйни у него не вкачано. Я орел, у тебя мана вообще там не кончается, нет? У кого, у меня? Да. А что у меня? У тебя все на хосту вхуярено. Да нет, вроде не кончается. Сколько? 3 дня просишь мало частенько. 814 СПД. Блять, ты, конечно, 3 дня. Да пиздец, ну, с духом. Так, ладно, вставайте, у меня такой. Да, ну еда стоит, ну поешьте. А кинь его вместо Энди, вот Ауди вот этого шамана тоже. Получается. Хожу во сне, кинь тоже к нам сюда, в хилопачку. Кулак он друида. Давайте только тотемы, если будем скидывать по очереди, блядь, прилива. Который... Да, конечно. Только говорите, кто скидывает. Что, все бафы есть? Друиды дали вам баф? Что не хватает? Кулаки кто скидывал? Ну, блядь, не хитровали, скидывал. Как раз таки на него ты и назначал, да, кулак. Я никого не назначал, Валера назначал. Ауди, а, ну Валера, извиняюсь. Хожу во сне, а ебани... А два счета. Ауди, посчитай кулаки. Кулаки. Ауди. Я Сашке дам щит. Ой, блядь, я не взял эту хуйню.
У тебя тоже 4Т4? Не, у меня нет, у меня 2Т9. Тоже не так. Так дадут кулаки, скажете. Друиды. Не, у меня 4Т9. Так, отлично. А что у нас? Только аниму БР есть. Давайте еще раз на готовность. Все. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ждем. Ждем, ждем, стоим. Все, поехали. Сорвал. На перебежке барский. Ничего не меняем. Энима, дай БР апгрейд, пожалуйста. Опять лок набирает агрессию, ёбаный в рот. Дайте сейчас сальвы по локу. У меня пока что Энима сейчас выплат сорвёт. Кто-то сдавал уже тотем? Нет еще. Поменяли на темную. Темную, блядь. Опять боссы стоят прям практически в сфере. Пиздец, вот это что было, блядь? Что это сейчас было, блядь? Охуеть вообще. 10 тысяч, блядь. Что это? Я просто не могу на приста зайти, потому что я в воскресенье не схожу рейд. Не, просто это сферки штуки две, наверное, залетели сразу. За по 10 тысяч я сейчас. Нет, шотят 3 или 4. Ну вот, 3 или 4, значит, залетел. Сейчас перезайду. Было нормально, потом что-то вот эти сферки прилетели и сразу два хила упало. Ну не сразу два хила, там сразу полурейда упало. Ну да. Освобожденный свет, что это такое? Это от них постоянно уехать идет. Вот по 10 тысяч, хотя я поменял эту хуйню. Нет, это не то. Значит, эта сфера ударилась. Нет, там две сферы прилетели. Это волна 3000 била, но это которая вот они кастуют. И вот освобожденный свет 10 тысяч, два раза. Ты подаван тоже меняешь, ты же переключаешься вместе со всем рейдом. Да ты посмотри информацию о смерти, она мне в ближнем бою ебашила. Посмотри, что она дает. Вижу, вижу, ну да. Я тоже свою информацию смотрю, ну немного урона. Я хуй знает, как убила. На выходе поставил мамонта. Хила для этого босса предостаточно, просто в какой-то момент залетает несколько сфер и пизда. Не одна, не две, а иногда три. Вот, к примеру, сейчас я лопнули, я выжил только потому, что в этот момент я кастал цепнуху на себя, и в перерывах между взрывами сферы я тупо себя поднял. ХП сильно не изменился. А он какой был низкий, так и остался. Как. Марный ХПС изменился. Ну охуеть, там на 5000 увеличился. Не, ну живется намного лучше, нормально живется, мана не тратится, все заебись. Я просто не понимаю, почему вы по КД не кастуете цепнуху. Как? Я кастую. Не, я имею в виду не ждать, когда нанесет цепную. Там вот невозможно так мало нахилить, когда все получают урон. У меня, видишь, львиную долю Т4 хилит. Даже если она у тебя в два раза больше бы ты хилил, что невозможно. Ну, то есть ты должен в два раза больше. Посмотри, у меня на втором месте... Возможно, потому что всего лишь 10%, он не может в два раза больше. Нет, не это, у меня работает тэшка, которую я вешаю какаху. Посмотри, сколько она нахилила. 560 тысяч, а цепнуха ей 700. Она нахиливает, как я, короче, нет, нахиливаю. 40% чисто? У меня работает тэшка, 40% от всего хила, мне это просто... Сколько хилит? А?
Странно, что столько тэшка хилит. Но она, грубо говоря, каждые 2 секунды прокает, блядь, на косарь. 25 косарей рейду прилетает. Угу. Просто от того, что она есть. Да, тут дело не в сфере. Все поехали. Ну, когда столько сфер залетает, я хуй знает, как спастись, блядь, никак, нахуй. Какая разница, темно-белое, вообще, это не важно. А ты, от тебя слишком много урона, локал. Ты будешь ловить, а мы можем не это. А саппорт-то тут тебе ничего не даст. Че ты угораешь? Сферу ловит. Ты сфер... Да какая разница, он ловит, ловит, он же не умирает. Он так раз ты умер. Сидка. Давайте трая, что могу сказать. Даван, стоит рыба, две даже. Даван, подводи боссов, я тебе поставлю метку сейчас. Они каждый раз практически в сфере оказываются. Да вот просто правее кубики дай. Кубики. Боссы должны стоять вот здесь. Вот в этой метке должен стоять босс. Мы отсюда. Я спокойно. Боссов ставлю прям в квадрат. Так не надо, в квадрат стоим мы. Это метки для нас, а не для тебя. Вот и лиловую тебе здесь поставим. Проблема заключается в том, что когда нам нужно поменять сферу, мы тыкаем в босса, мы не можем ткнуть сферу. Просто сферу не существует для нас. Понял, понял. Даю отчет и поехали. Щиток повешу на локу. 4, 3, 2, 1. Мы ждем. Там есть такая тема, как прыгать спиной. Трейфить. Я морду скинул. Ждем, ждем. Все, поехали. ДДшники, вы тоже не ждите, когда у вас плюха прилетит, прожмите там кожу друиды, там ДКшники, там панцирь. Все это нужно тыкать тоже по КД помогать. Не лови так далеко сферы, мейт. Нам главное, чтобы ты вокруг нас ловил. Сейчас ударят. Ничего не меняем, мажем. Щиты обновлять с ума. Похиливайте. Хожу, стань поближе, ты сферу один ловишь. Белую. Локал, ты сейчас сорвешь вторую. Нажми раскол. Да, мне не показано. Да, ну да, сейчас сорвешь. Взяли темную. Темную взяли. Или режим поставлю первый. Намажем белую. Перебегаем, а из баунти пожми тогда. Кать, нажми масхем. Тотем поставил первый. Жало. Мибе, дай Б в аниме. Я вижу Мибе, он вернул, что ли? Да, он ушел. Крайт, дай Б в аниме. На защиту не сбываем способности с нижмаком. Туда же дамажим в белое, если бьет. Друли, нажмите этот хил. Нажми Геру. Дал. Ну, видишь, овешки нету. Да я понимаю, я кайфую. Только сейчас. Райт почему-то утычку получает. Я Сендру вторую танкует. Забрал, забрал. Тяжело, очень тяжело. Набрать на танку. Поэтому я и спросил, сможешь? Не, ну я могу, я типа, я таунчу всех. Все, ладно, ну типа, я на четвертом месте, на второй. Тихо. Че там, договор был? Мы проебались, да, пока пиздели? Заебись.
поставил тотем. Кто взял белую, блядь. Бля, давай перебежим. Возьмите себе белую, перебежим. Что ноги взяли. Мажьте в черную. Нажми, я знал, все есть. Ауди похит. Давайте пиздец. Ничего не меняю. Бля, хорошо поменяю. Ауди можешь? Еще тотем есть там? Хотел его сделать, да? Ставил. И индеры по войду, знаете, кто-то? Готовим, способность через 8 секунд. И индер не лишний будет, 20% маны. Дамажим в эту же. Если бью. Поле мало дает. Потому что изначально с страхом будет помочь. Он бы потом не вырубит. Готовим спецспособность еще одну. Поменяли цвет на черный. Намажем белым. Выбор все равно не упадет. О, выбор. Ой, меня упало. Вольте сферу. Сейчас. Надо нас соединить сюда, как а, так? Переродьте, Валера. Нихоли заебал. Блядь, давай. Чё пиздец? Сейчас, если один будет, я покажу. Раз в 100 лет королю нормально что-нибудь. Вторая сфера уже спиженная. ГЦ. Порольте, у кого кузнечка есть. Скинь ему. Секунду, мне анима. Роги пороть. Роги коты, может, вам надо. Ну, я синдру забрал. Договор пороть. Кто там? Опять коты. Надо. Он второй рейд подряд, да, падает, если не ошибаюсь? Да, он, по-моему, каждый раз. На офспек кто-нибудь пороть надо. Ну, скидываем, да. Трофей пороть. Там пороляешь? А, вижу 70. Наручи пороть, тканевой с меткостью до дышки. Но заебало. Дай лоб, он никогда Эктора не сролит, нахуй. Что, в гильдии там некому помочь? Да сейчас я ему отдам их. Поздравляйте, Локо. Кстати, по-моему, которые за эту, за профу, там с хритом они, по-моему, это были. Батя, смотри, сколько у меня Т4, это какаха нахилела, лям 100, пизда. Ну, согласен, да, какаха какая-то имбанутая.
Ну, все равно я тебя перекидывал. Ну, в смысле, на ДЦшке базару, ну, или ты то абсорбишь гарантию. На холике я перехилил. А? Ну, да и на холике бы 100% перехилил. Хуй его знает. Нет, 100%, ебать. Меня, блядь, и рикошет, нахуй, и молитву я заранее, и круг постоянно. Там, блядь, вообще, ебать, сладко. У меня тотем, какахай, цепнухи летают. Ну, все что, хуйня. Что, запустите? Нет. Запустили? Иди запусти, если можешь. Я сейчас смогу пока перезайти, да? Успею? Смотри, куда. На кухню сможешь. К плите. Ну, с условием того, что можешь выйти на кухню, то куда мне идти, если я и так сижу на кухне? Вот и правильно. Женщина должна быть у плиты. Не, я сижу на столе. Она надо сидеть за столом. Я какая-то тебе покажу. Это стул, на нем сидят. Это стол, за ним едят. Сидит на столе, а ноутбук на стуле, ебать. Да. Бразилия говорит, если никто не хочет идти на Ануба, может зайти Хантом. Ты же говорил, быдло. Ну пусть заходит. Чё? Меня, кстати, не пускает. Тебя не отпускают? Не пускает. Наркотики не отпускают? Чисто подавай, он такой просто закрывает за ней дверь на кухню, подпирает стул, он говорит, ебать, все, сиди. Пока борщ не приготовишь, ёпта. Она такая, что это такое, хотя бы скинь рецепт. Это что за инструмент? У нас было 10 пакетиков мефедрона, 5 грамм мускалина. А вместо рецепта борща рецепт на пробу из партнерки скидывает. Чисто просто, знаешь, ставит перед ним кастрюлю, он съест ложку, оп, ложки нет, растворилось. Как в кашу воткнул я нахуй. А тут как бы кинул ты просто борщ. Не такая. Она придумает уникальный утилизатор всех отходов просто. Че не закинешь, блядь, все раз испарила, сожрала. Че, бразилец зайдет? Сейчас я ему написал, заходи. А, вон он уже в онлайн. А когда рераз будет, никто не знает. Не слышал. Без понятия. Да скорее сезон сейчас кончится. Наверное, на днях он уже кончился. На днях должен быть, они же сказали, типа, как сезон заканчивается, типа, 10 дней передышки, на 10 дней перераз дадим. Где-то по 12-го, 14-го, где-то там. Я почти редара сделал. Знаешь, шкаф? Бразилец, ты зашел, да, в Дискорд? Вот, по сферы позбиваешь. Да, сферы твои. Ну, поставьте шкаф, Локи. Ну, что, еще одного будем искать? Да нет, просто 4 пройдем. А что там вообще с ДПСом? Я даже не смотрел. ДПС еще куда не шло, хил просто говорю, что слабо. Бля, я хую знает, сколько надо нахилить. Сколько-нибудь. Бразилец подбиваешь сферу, хорошо? Ну, все, пушка, ракета. Что там? В одного танка, так что он холи, если что, если вдруг кто-то и в ДД. Катя, ну на тебе контроль мобов. Вы там своей парой. Ее нету, ее нету. Я тут. Сука, вы в одной хате живете? Я просто отошла в этот момент. И она подошла только. Катя, на тебе контроль мобов. Больше надо было помешать. А, окей. Сейчас поставлю метки. Ну, буду, который, я все равно буду вдалеке стоять. Кто ближе к мне будет, того и буду. Шаклич. Блять, контроль дальнего, который идет. Ну, я и это имею в виду. Нет, ты сказал, который ближе ко мне будет. Ладно, ну, а я-то далеко буду стоять. Так, короче, дальнего контролишь, как обычно, подаван одного алпаха, и второго потом тебе анхоли притянет. Все, что я сам. Ну, анхоли первого притянет. Вот, босса уводить не надо, побольше ДПС будем вливать. И все. Бафни ауди, кулаки, пожалуйста, еще раз. Просто бафы на всех есть? Да, теперь снимите его. Я потом сниму. Че, будем на антихил мазать на третью фазу? Да, мажь. Ну я потом намажу на третью фазу. Ты поставишь тотем защиты от сил природы? Я поставлю. И Рой даже попросил, ну шо ты. Ну потому что мне... Стой, не пуль. Че? Че потому что... Один ДД сейчас. У меня все готово. Я говорю под тотем. Ща походу ДК Войт доберет. Фу, какой один ДД.
ДКшник какой-то. Что-то молчит сейчас. Спросил. А, 200 левел, да пошел ты в жопу. Так, ладно, все. Все все знают. Моба вливаем приоритетно. Что буду по дороге? А что, Геро, как? С плада или? Давай с плавно, это же дома бахнуть. Больше урона нанесем. Давайте отсчет вкидываю. Только отсчет по времени, чтобы припутать вперед. Вазилис, не забывай, сферу с тобой. Один. Поехали. Геро? Угу. Ты еще не успел сказать, я уже Геру кинул. Это плохо. Все, сфера мобы вышли, Катя? Да, шакры, шакры. Все, моб пришел. Моба сыграли. Знаешь, как второго вести? Веди. Анхоли притянешь. Кто-то переагрил, нет? Согласен. Все. Да. Все, поехали, моба. Никто не бросает. Бэйрить будем? Все, берем моба. Бэйрить, бля, ты умер? Да, я даже не видел. Есть Синдру Берни, пожалуйста, я не. Что, у нас не держит агро, что ли? Ну, слышь, видимо, не свечился котик. Мобы поехали в мобы. Нет, я понимаю, что он долго набивает стаки и все такое. Но свечитесь тоже. Все остальные тоже бросают всю свою хуйню, которая у них есть. Тащу? Тащи. Да-да-да. Подавам притянешь? Он уже идет к вам. Что, закопается? Смотрите. Добиваем мобы. И паладины только на себя эти бопы даем. Все, да что за лужа? Убегаем. Ебать! Ну вас убило, ну блять, шо? Я же сказал, отбегаем. Пиздец нахуй, как так? Да не подали, не могли отбежать, Жень. Тихо. Все должны отбегать, например, ДД. Все, тихо. Аркрайт, дай БР кво. Бьем с корабля. Хил скинь, ауди БР. Хил дроп. Бьем с корабля потихонечку. Синьки с фанкизма. Бразилец на тебя. А, Валера на тебя. Беги, малышка! Нет, поменял цель. Валера на тебе. Поменял. Он на тебя и поменял. Да, он был. Нет. На Бразе, а поменял на тебя. Да. Добиваем скоробея, сведите под вас. Масса их залить. Сидите. Там пэт какой-то волк сидит, на нем скоробей. Сейчас пока к вам идет, заберите копателя. Сыграйте. Ага. Моба бейте. Второго моба. Он идет. Я уже. Заливайте трон. Держи. Ну. Активнее, да? Смогу пойти. Не понял, он пошли. Поехали в моба. Быстрее, быстрее, чтобы не было такого, что босс закопался, но бы живы. Тащи второго. Да, да, второго. Притягивай. Да, ладно, притягивай. Играем, оба, играем, пока сейчас разбивается. Да это разбился, убежали милики. Убегаем, милики. Что вот это за дамаг, блядь? Это от шипов. Не вижу на кого. Аркрайт, я синдром. Кент умер. Аркрайт, беги. Да, беги в кошке, но... У него уже кончилась кошка. Так он только встал, мне спринт не нажал. Бегите. Я завел. Локал. Шибро. Манки. Нахуя бежать по шипам? Я синдром. Ликан. Ах, хуй там плавал, это я заебатый молодой чебупель.
Мы в тебя верим. Много скоробей живут, когда влазит нос. У него тут что, берцы нету в обычке или что? Есть. Есть, еще 5 минут, короче. Борис, босс, вылез скоробей. Еще раз побегаем. Надо максимально урона носить. Ну, центр 20. Вылезли помощники. Должны сыграть у мопов. Скоробей. Кто в него... Не бейте моп. Массовыми не летайте. Да, ну собьется, значит собьется. Не будем ферять его за этим план. Да, он уже во льду. Все, бьем. Зашел к вам. Ебать, танка положила. Ты что, спиной, что ли, ко второму стоял? Да, блядь, спиной. Нет, просто стаки надо бить, чтобы... На нем стаков много не, было. Нет, просто что, прям так сложило. В прошлые разы вообще не... Ну, норм. Не, хорошо, просто, не съела. Только подошел моб, то есть он не успел бы стаков набрать. Нет, те стаки еще не слетели, этот моб уже подходил. Со так моба так всегда не... делали. Так всегда. Все предыдущие мы так и били, то есть... Он притягивал, грубо говоря, и... Было двух, один в контроле. Смотри, сейчас ДПСа меньше на 3 тела было. Дольше били. Ну настолько же, чтобы хоба его и сложило. Надо как-то сделать так, чтобы никто не падал на вот этой хуйне, когда он закапывается, нахуй. Так потому что... Нужно быстрее убивать просто. Да, пускай убивает его РДД, милики пускай съебутся и все. Почему там 10 человек сдохли сразу? Ну сколько там, не 10, 5 человек? Такого вообще не должно быть. Какая-нибудь сова бьет. Убивают РДД кто? Бразилец и Лок? У всех остальных... Может 5... Мор, может сова. Ну, проверьте, если вы, если вы про сферы, то это я. Я через ротацию свою убиваю, сейчас поменяю спек. Я имею в виду то, что у тебя лопается это? От семечка или что там? Да, у меня по ротации семечка, по поэтому я через нее и лопаю их. 278 тысяч по сферам похуярил. Ну, а он там ничего не может сделать, он когда семечко кидает. Блять, ну не кидать семечку. Он порчи накидал, как бы, не? Порчи кидается через семечки Т4. Ну, согласен. Есть ретрик, да, есть хулипау. В этом нет проблем, что здесь много сфер. Можно каплю кидать на подавана, когда второй жук подходит. Да, бля, он должен спокойно прожить. Там совпало просто тычка моба и тычка босса. Они увеличенные под 9 стаками, шот никак не выживет. Фласка есть у кого-нибудь на АП? Да, перепиваете фласку. Или сам незыбку отдавай на второй пачке, на второго моба. Зачем мне СС повесили? А на первую кого? У нас есть хуево туча паладинов, которые при сильном желании могут... Интересно, сколько в меня влетело? Сталю. Ну давай, скинь, если тебе. 27 тысяч. Ну ничего особенного, просто, блядь, там стаки. Да. Суммоните меня в Долоран быстро, сгоняю на аукцион. Зачем? За флаской. Ну что, попросить не можешь? Я уже 5 раз попросил. Ну где я не вижу. Ну подойди. Я и в чат написал. Вот я прыгаю, вот я прыгаю, вот я прыгаю. Мне уже кто-то тут дает. Все, спасибо. Ну 40 давай. Тысяч за доли секунды. Дайвер, давай с тебя начнем, то есть что Сали будешь кирать. Том Ауди, Том Ганнибал. Окей. Кушайте, бафайте, что у нас, что не хватает. ММ Хан 236. Я стамину не давала сразу. Дай, ассиста на войну. Ты ему правила-то указал? Да, там я написал без анролов. Можно без дискорда его взять. Без анролов, но с этим. О, это тот Хан, который изначально должен был с нами пойти. Судьба. Которая долго курит. А, видно, не судьба. Или все-таки судьба. Че за сумма? Че, нападет себе с пристабафов, да? Думаю, да. Да вообще его не дай только танку и все. Можешь ему дать анхоли. Анхоли. У меня просто 5 рельцев осталось. Не, она не кидала. На весь танк анхоли можешь еще вон Женьке навесить, потому что они. Тянут жуков, и, может быть, это спасет. Да не надо, не надо.
Блядь, тебя тычки лишние спасет, а вдруг это хуйня? Ну не кино, на холле подставляю. У меня в кабинете... Нет проблемы. Просто зачем она нахуй висеть будет, если, по идее, урона и так немного. Че, притянули их хента? Все, даю проверку и поехал. Нет настоя. Адаванж, буху, минару. Выпила. И ты сам. Да, согласен. Бахнул тоже. Кушает. Ауди, через 10-15 секунд после начала боя кинешь мне сальву, локу. Анки, у кого у ханта? Попало сами, да. Кто не бахнул? Жбух, номинара. Только один эликсир у меня пишет. Ты что, эликсир? У меня... да. Что, да? Да, эликсир висит. Так а что ты не бахнул ледяного змея? Кончился, потому что в Далан лететь надо. Ну, что, попросил? Вы, я не понимаю. Проблема? Сказать дайте. Нету, потому что голды. Блядь, на троиде вся. На класске, блядь. То есть в Даларан лететь? Можно. Нету зельки. Дал мне локал. Блядь, ну вы чё там, блядь, уснули? Ну. Да хватит, хватит, всё, дали. 5, 4. Беги, беги, пока дают. 2. Да, когда бьют, беги. Спасибо. И побыстрее. Геро! Сори, сори. Съесть за это. Мне послышалось сферу. Моба вышла. Далеко шакаешь. Сыграли в моба. Ничего, она потом собьет. Да. Своей же ходкой собью. Тащите моба, потом собьет. Да, только ты даешь дотку, которая через пару секунд прокнет. Ну. Да, давай, чумо. Один хер ты светишь. Анхоли, ты чё там? Во фрости. Ой, да. Спасибо. Я не знаю почему. А, я с босса там. Пойдёт так? Моба. Да, в принципе, достаю. У меня грипп 2, 1. О, отлично. Еще рано тянуть, вы это очень залили. Моба, быстрее играем, тяни нового. Тяну? Очень медленно, супер медленно бейте. Просто кто-то не свечится тупо. Все, милики, убегайте, РДД добьют. Бразилец. Ну сам. Бразилец. Нихуя, заводи Ауди. Боб на себя. А, ну хуй. Снимите с танка, пожалуйста, вас. Сначала бежим. Я синдро. Квад. Тебе. Бежим в начало. Там сейчас что, сферу бразилец собьешь вначале, улетает. Беретта на тебе. Бразилец сначала на тебя. Блять, ебаные шипы. Корабеев не забывал себя. Стоим у воды, Ауди на тебя. Все, Боб остался сразу. О, беги. Босс, беги. А, выбежишь. Все, босс, сводим с корабея, босс. Выйду сейчас моба, готовься к этим. Главное, чтобы они с другой стороны не вылезли. Он дальнего. Да. Где, а где аура от льда, похуй? Потом. Много. Блядь, да сука. Энх, успокойся, блядь. Массовый, избили. Притягивай. Это я сбил, не массовый. Окей. О, все равно. Я смотрю по хп. Драйм, плохо вливаемся, надо поднажать. Тотем сдал на маму. Да, нас все с тобой двое воет, так что. Да я хорошо. Ну чтоб в конце потом.
Да далеко, ну хуй с тобой. Веду пока второго. Снимай, да. Поехали, моба максимально. Заехали, пока босс не закопался. Вот, вот так и должны убивать моба. Чтобы он закопался, мы уже разъебали, разбежались. Корабеев не забываем бить. Берет так на тебя. Сейчас поменяет, порезал. Хожу во сне. Беги, панда. Беги, куда? Дайте Боб. Боб, дайте черепу. Дали, панда? Дали. Хорош. Хватит. Я так это сделал с паладинов, новый красавчик. Берет-то на тебя. Че, есть бопы? Есть бопы? Протянем еще. Забей, отставай, это сфер дохуя еще. Заводи, конечно, что мозг ебать. Там просто человек не успевал. Свети с корабля. А что за хуйня, Ты походу стоял перед сферкой. В смысле, я прям на ней стоял. Она бегает, да, позади нее. Вадя вылезла. И анима, скинь БР. Давайте все попиздим. Угу, сори. Мобы вылезли. Сыграли в мобы. Скоробеев нужно добить, тоже мешает, пиздец. Быстро мобы добиваем. Второго тяну. Давай. Все, второго играем, быстро. Сейчас мобы выйдем. Еще раз побегаем, нормально, переведем потом. Верно, хуяри. Оп, вышли. Оп, играем мобов, прям под нами хорошо, вообще больше такая. Второго тяну. Давай. Тяну. Все, сыграли во второго. Отлично, быстро убили вообще, молодцы. Он нахуй начало съебал. Ну чё, есть что-нибудь начать там с битсфером? Нет, нихуя, да? Да, ещё попробую что-нибудь притянуть. Гавр. Квал. О, забежал. Сбил тут, если чё. Я синдром на тебя. Начало все убегайте, чтобы босса закайте максимально. Не геройствуй, блять, ну ёбано. Ну вы заебали, ну. Паркрай, тресни шо? Более вы с БРом, вам ще умирать противопоказано. Мачта на тебя. Холли на тебя подключается. Вещи вы не бегайте, пожалуйста. Поди, я сейчас он вылезет. Вылез босс. Хватаем босса, поехали. Скоробеев сидите. Сыграли скоробеев. Мобов убейте. Ну, блядь, ну. Войд, прожимайте. На все. Аркрайт умер, блядь, все. Скинь БР, оставшись, по-моему, там. Подаван, прожимайся, пиздать, сейчас придет. Бежите на фула. Я не зыбку отдал уже. Подаван, бежите на фула. Быстрее моба, очень быстро нужно слить, важно. Все, у босса поехали. Давайте переведем без вторых мобов. Скоробей, сука, ебаный, ну забейте. Блять, я не знаю. Геро отдал напавших. Давайте, продолжи перевести, поднажмите, все, ткните, что у вас есть. Выйду, значит, блядь, ну значит зальем. Хотя, Ганнибал поставил череп, вот этот кропотная поконтролила. И нора повод. Катя, вон того контроль, второй, который в этом. Поняла. Он твой, если что. Когда выйдет, законтролишь. Ага. Ауди по контролю. Меня сейчас отпиздит. Который без черепа ауди по контролю. Дать ген.
Да, да, гим. Что, погибну, отдам? Не так. Зафиряй его. Нормально. Все, нормально, держим. Зафиряйте. Блядь, ну там дота висит. Друиды, сдайте хил. Гимна ману еще отдала. Хорошо. Тебя еще воет как... Ой, подаван как откатится, нажмешь свой эсбан. Ну 40 секунд. Звезду контроль сейчас закончится. Есть свои пораженки, которые вас защищают. Все, что у вас есть. Там кожу, щит и так далее. Съешьте бетов. Там фласки съесть, съешьте. Там с контроля вышло через. Давайте, добиваем. И станьте кучнее под боссу. Все хорошо, нормально, все добиваем. Успеваем. Че, топор мне сегодня выпадет? Чуть-чуть не успели. Чуть-чуть не выпадет. Ебать. Хуит тебе, не щит, блять. Да, блядь, я понял, мне вот только... Мало тут скипетр, блядь, никому... О, мал! Ну, сука, блядь. Урольте трофей. Хуйня падает, блядь. Хуета ебаная. Предлагаю кикать, так, у кого ролл больше 90. Вообще, ну... Столько трофеев спиздил, сколько у тебя шмоток нет. Ты, я понимаю, Кво, иди сюда. Кво, иди сюда, дай мою тоже 4. Перерол, Кво, Аркрайт. Кво 66, Аркрайт. Ага, Кво забирает. Парольте, у кого партнер есть. Опа, вот тут я в этом шарю. Блять. Ну ты пытался. Ну сука. Нихуя, сколько партнеров. Все партнеры. Имба партнеры. Так. Да, и монки перероть. А, я уже скинул гавру, сори, я не увидел. Ну, гавр, кинь ролл. Кинь ролл, гавр. Ну, забрал. Ну, у него остается. Я разъебал просто. Ты пытался. На тоненького. С меткой все штаны пороть. Че, это скипетр дорогой? Ну, с сам персонаж. Бритая мечта. Ну, вообще сейчас заколдуюсь. Ой, единственный лок. Ну я ролила уже мачта, штаны. Ёпта. Все, отдаю тогда. Локал. А, локал? Тебе надо? Локал. Нет, ну, ты, как я понимаю, ты уже ролила, значит, я мачте отдаю. Ну, вот эти лучше, чем твои, если у тебя не доказано. Да и ладно.